Это я примерно минут 8 делаю сейчас. И тут что-то можно сказать. Немножко, конечно. Например, мы говорим, что Кришанас Баронс тоже мы считаем, что происхождением из Дундак. Но, конечно, это не так. Он учился в этой школе. Но его знаменитый шкаф, в котором можно видеть сейчас, который можно видеть в нашей национальной библиотеке, сделан в Москве. И он сейчас ценность мирового значения ЮНЕСКО, наверное, да. Также железную дорогу Санкт-Петербург, Москва, проектировал человек происхождением из Дундаки, Либрейхс. Наш волостной староста Рович, когда, я сейчас посмотрю точнее, где он остался у меня, как-то не вижу. А, да, это было при Кронешен. Ну, начало правления Александра Третьего, 1883 году, он презентировал тут Курлянский округ, и 7 июня этого года область дала дороги 200 рублей. Он правил на Москву. И такие связи, которые показывают, что люди происхождения из Дундаки живут, работают, делают какие-то, ну, истории, интересные вещи можно найти. И если я это делаю сейчас 7 минут, ну, конечно, довольно много можно найти такого материала. Местно с этими людьми, я понимаю, самый большой вопрос – это семья, родные отсюда. Но я каким-то способом так думаю, что эта мысль о своих родных может, возможно, может как-то расти и становиться интересом этой местности вообще, потому что ваши родные здесь жили. Мы не знаем, есть ли здесь их начало вообще. Наверное, нет. Но я понимаю, что вот какую-то другую связь с Латвией вы сейчас не находите. Дундака, я так понимаю. Ну да. Ну да. И, ну, я думаю, что это одна такая возможность, которая может становиться, может нет, но есть такая возможность, и мы можем это обсуждать. А, я. Ты, Малик, скажешь... Я касался их. А ты посмотрел? Я. Он как в нем внутри бузинял, скот подбалдит, я подал достался звать. Я, если посмотришь, я его сварю. Мне только краем авиана бил, да, курьер слетает с лагуны, сатрудо.
es tev parādīšu Aivaru, kur par to dzelzs ir Rozenbrauc. Nu jā. Если верить надписи на этой фотографии, это все люди из Дундаги в Москве в 1924 году. Здесь. Это единственное такое фото, которое я могу найти, используя в датовой банке ключевое слово «Москва».